друзья, с вами курсы режиссуры видеосъемки. И сегодня мы расскажем вам о режиме Run and Gun. Это для режима Run and Gun, то есть беги и пали. Когда у тебя нет рядом ассистентов, когда нужно что-то очень быстро записать, некогда особенно тут рассусоливать со светом, с микрофонами. То есть мы вешаем два микрофона, в данном случае два микрофона, вот Sennheiser 1, Sennheiser 2, это две радиопетлички. Входят они вот в такой вот трансформатор, такой вот микшер, да, вот два этих самых у нас XLR-чика. И есть у нас еще третий вход для того, чтобы включить еще один микрофончик. Вот он сейчас микрофончик, вот оператор Максим. И вот этот вот быстрый свет, да, от камеры, конечно, неудобно. Вот видите, он желтенький и беленький, вернее, теплый и холодный, да. То есть для того, чтобы нам не искать светофильтры, а все быстро сделать. Но для того, чтобы все-таки это еще было и красиво, и если у вас есть второй чудесный супероператор, а вот у нас сейчас есть это Максим Егоров, вот он вот с такой вот штукой будет сегодня ходить. Значит, что это за штука? Это всем полюбившийся электронный стадикам. Это заменитель вот этого вот нашего железного маленького ручного хэндика. То есть в данном случае вот оператор может быстренько оттянуть, быстренько куда-нибудь его положить, переместиться. Все-таки двуручная штука, она да, она более стабильна, более интересна, но с ней сложнее. С этим тоже сложнее, да. Вот он двигается. Нужно приноровиться к нему. Так, подожди. Да, можно? Можно! Вот Максим идет с нашим стедикамом равномерно на полусогнутых. С этой штукой не прибежишь. Как ощущения? Ощущения замечательные. Скажи честно, дружище. Нет, на самом деле штука замечательная, что неудобно. Очень устает рука. Поэтому нужно придумать еще какое-то новаторство. Ну вот, новаторство в том я и придумал, чтобы одной рукой, а не двумя держать. Теперь надо двумя держать. Снова и новаторство. Иногда бывает нервным. А вот у тебя он все время поворачивается. Да. Но это, я думаю, что со временем исправят. Исправят. А так замечательная штука. Вот зачем нам свет пригодился, видите? Вот теперь Машу подсвечиваю. Как вы уже заметили, весь коллектив «Верфи Полтава» одет вот в такую стильную спецодежду. Ее изготовила для наших плотников фабрика «Труд», за что ей огромное спасибо. Как вы уже заметили, весь коллектив «Верфи Полтава» одет вот в такую стильную спецодежду. Ее изготовила для наших плотников фабрика «Труд», за что ей огромное спасибо. Потом она повернется сюда, а потом в камеру так мигнет. Ну, то есть, понимаешь? Перед вами еще одна конструкция самодельная, да? Это легкий кран для GoPro. Вот двухкоординатная головка. Ну, посмотрим, что из этого получится. И беспроводная связь по видео. Очень любопытная получается картина. Вот так вот. Корабля как-то не видно. Ты уже к нему менее негативно относишься? Или да. Нет? Или негатив нарастает? Нет. Негатив, наоборот, уходит.